британские ЛТшки мне особо не нравились. Пока я не дошел до задачи Альянс 3, где нужно в среднем помочь союзникам уничтожить 3 единицы техники противника, чтобы с отличием выполнить, за 10 боев. А особо-то выбирать не из чего. Американцы и британцы. Американцы что-то мне надоели последнее время. Бульдога я продал. Т-92 есть в ангаре. Но у меня с ним как-то не ладятся отношения. И я решил на британцах покататься. Тут как раз выкачал девятку. Думаю, посмотрим, что у него с засветом. Залезаю на горку. Тут ЛТшки борются. Решил помочь. Помощь, конечно, так себе была. Но зато я многих засветил. Никто, конечно, особо сильно по ним не отработал. Но все-таки. Более-менее стало понятно, что к чему. Танчик у меня маленький. По мне сильно никто не попадал, хотя половину ХП уже забрали. Так, надо отсветиться и посмотреть, что тут в кустах делается. Ренегат едет. Пушка, конечно, у этого танка косоватая. Хотя пробивная. Снаряд летит довольно-таки быстро. Но вот со сведением, со стабилизацией не очень хорошо дела обстоят. Рысь. А он зато со своей стабилизацией мне раз и хернул. Просто наотмашь кинул, без сведения, без всего, на ходу. И залетело. У меня осталось 300 хп. Что-то надо с этим делать. 90-ка я не заберу с выстрела. Нужно ждать, пока его кто-нибудь хоть немножко поддамажит. Пытаюсь тут посветить, посмотреть, что к чему. Никого нет. Главное не давать 90-ку там на горке наглеть. Иногда его подсвечивать. Стою и понимаю, что как-то все плохо складывается. Тут ренегат по мне начал с горки стрелять. Кто-то с другого фланга еще кидает блайнды. Решаю уехать нафиг. Аккуратненько виляю жопкой. 54. Так. Залетит. Залетело, на гуслю поставил. Получил в ответ. У меня осталось 72 хп. Молодец. Прям отлично сыграл. Ну все, в принципе, я считал, что этот бой я закончил. Думаю, хоть успею, где-нибудь там постою в кустике, посвечу. Может, что-нибудь и получится из этого. Решаю постоять немножко попытешить. Светляк уже из меня никакой. Все, что можно было, я профукал. Прошло не так много времени. Верхний левый угол мы просрали окончательно. И я решаю, что они же рашить поедут. Кому-то надо светить. У меня задача на засвет. Думаю, встану в кустик. Буду стоять, подсвечивать. Там еще леопард пытается что-то противопоставить, но его забирают. И вот они едут, родимые. Кидаю, залетает в хэвика, как-то неожиданно. Так. Наша арта забирает 268/4. Уже полегче. Как-то все равно ровненько идем. Хотя по хп уже так прилично отстаем. Но в целом
Не критично. Стою, жду. Никто не едет. Решил поехать посветить, а то так можно до бесконечности стоять. Выезжаю, свожусь. И ренегат мне все сбил. Я так хотел 90-ка забрать. Наш 268 забирает ренегата. Я свожусь, беру на прицел 90-ка, одну плюшку дал. Дальше было опасно стоять. Так. Надо валить отсюда. С моими очками прочности тут особо много не навоюешь. Шкода. Шкода уже на нашей базе. Надо ее светить. Он пока за камушком. Куда, интересно, поедет? В наглую или в объезд? Шкода очкует. Не хочет получать. Он в объезд поехал, как раз под мой выстрел. Так, второй раз смогу дать, я не засветился. Арта помогла, справилась без меня. Так, Т-10, надо прятаться за другие кустики. Тут 90-ик приехал, мне в спину стреляет, я даже обернуться не могу. Блин. Он для меня шотный, я для него шотный. Сейчас он будет рашить, и можно его... У меня был только один шанс. Если бы он перелетел через горку, он бы стопудей меня забрал. Так. Осталось. 11-11. Выровняли. Т-10. Ну, я думаю, там с Т-10 разберутся. Надо ехать за артой. И тут борщ. Ну как упустить такую вкусняшку? Конечно, засвечусь. Хотя он без труб. Кидаю блайнд и, похоже, зашел. Взрыва не было. Так. Надо подъехать поближе. Вот это жадность, жадность. Надо было ехать за артой, пока они все там отвлечены. А он уже ко мне повернулся. Отъезжаю от кустов, кидаю, зашло. 268, добрал. Отлично. Остается почти фуловый Т-10 и две арты. Я решаю наши две ПТ-хи справиться с Т-10 и без меня. А я поеду за артой. Хотя, с другой стороны, пока я ехал, я подумал. Кто-то же должен стрелять по моему засвету. У меня ж ЛБЗшка висит. Думаю, надо пока по Т-10 пострелять. И отлично, получается. Гуслю ему сбил. Чирайтир, давай, забирай. Забирай. Отлично. В этом бою я 3 фрага себе насветил. Все, осталось только арта. Примерно 2000 я уже настрелял. Задачу выполнил на этот бой по ЛБЗ. Осталось арту светить. Немножко раздамажил Лору, чтобы ее добили. Давай М40. Не буду добирать. Естественно, он промазал. А я не пробил броню. У арты броню не пробил. Ну, там, конечно, угол был дикий. Не стреляю. Думаю, должны забрать. Хотя, с другой стороны, у меня уже 3 фрага есть, но это в среднем. Решил не рисковать. Думаю, сейчас кинет кто-нибудь куда-нибудь рядом. И все. И кобзда. Все, осталась последняя арта. Она, конечно, шустрая. Но не шустрей меня, надо ее искать. Доеду до угла 1, если ее там нет, плюну, поеду, буду захват брать.
подсказывает, что где-то там арта была, откуда-то оттуда кидала. Скорее всего, стоит где-нибудь вот прям в самом-самом углу, там кустики есть. Там любят арта прятаться. Поэтому напрямую выезжать не стоит. Напоминаю, у меня 72 хп, любой блайнд рядом. И вот она засвечивается. А я? А я нет. Надо было остановиться и выстрелить разочек. Я жду, пока М40 киданет. Думаю, помогу тебе, брат. Броня не пробита. Как так? Бачат начинает медленно-медленно переводиться на мою сторону. Делаю вид, что уезжаю. Чтоб он снова ждал меня с другой стороны. Короче, обман обмана. Блин. Взял в автозахват и снова не попал. Это вот нервяк. Есть. Ну все, давай, М43. Добей его. Ну добейте уже кто-нибудь. Нет, походу никто. Походу придется самому. Вот пришлось получить медаль паскуче, вместо того, чтобы мои союзники еще два фрага забрали. Помогли мне с ЛБЗшкой. Но в итоге мастера взял.